Итак, первый экземпляр, второй экземпляр. Кто бы мог подумать, что мы таким составчиком на этой квартирке зависнем. Так, что я делаю? Я приехала переодеться. Сейчас мы поедем гулять. Я уже переехала на свою квартиру, осталось вещи забрать. И вот это, посмотрите, маленький пупсик. Она обещала мне приготовить, но я приехала, говорю, ну что ты... Что ты пиздишь? Чё? Где такой был шутить? У меня скрин есть, я сейчас выложу. У меня есть скрин. Короче, приготовить обещала мне, я приезжаю, говорю, ну что ты приготовила? Нет, нет, говорит. Итак, братва, смотрим, во-первых. А нихуя, я в твоей кепке, в твоей кофте. У меня дома. Да. Слышишь, это что происходит? Мы что, близняшки? Лер. Чё такая красивая эта, блядь? Когда у тебя появился мама, интернет, папа, надо доебаться сразу. Посмотрите, что за кепка, блядь. Я вам покажу, сколько кепок я купила и как они все сидят на мне. А вот это... Ссылку вы знаете все. Но я сейчас закину, блядь, так уж и быть, ладно. Спасибо. Дура. Короче, ребята, мы сейчас только что с Кристиной договорились, что завтра в 19.00... Но это тоже, только не на стриме. Завтра в 19.00 по Москве проведем стрим на канале у Крис. Посмотрим 13-ю серию 6-го сезона «Преображение». Мое. Да. А те там дреды, да, снимут? Да. Ну, я все. Там буду красоткой, ты я держись, там буду дрочить. Все, донат. Дрочу за донат. Завтра в 19.00 встречаемся у Кристины. Да помойка, блядь, блогеры, ёптвы. У Кристины на стриме, сейчас закину ссылку. Так, ребята, ну все, завтра ждите, будет стрим в 7 часов, вот Анна Сергеевна почему-то копирует меня, теперь я не понимаю. Значит, в моей толстовке, блядь, кепку мне спиздила.